Привет. Знаете, в начале 90-х, когда приподнялся железный занавес, и многие наши соотечественники поехали за рубеж, возникла в обществе дискуссия такая по поводу того, насколько западные люди от нас отличаются, и прежде всего по одному такому яркому признаку, что они все очень такие улыбчивые, доброжелательные внешне, но это такая улыбчивость очень такая формальная, и они тебе скажут всегда там типа «Hi, how do you do?», но все это будет очень, никому не нужен твой ответ по поводу того, как твои дела и как твоя жизнь, и это не больше, чем такая вот внешняя форма поведения. А, мол, мы, люди, очень искренние, и когда мы рады, то мы рады, ну, а если мы не рады, то не рады, никто нас не притворяется, и вот что, собственно говоря, лучше, вот каким лучше быть. Я, когда эта дискуссия разворачивалась, в общем, тоже уже в то время начала постепенно, там, рано или поздно выезжать за рубеж, там, студенческие обмены начались как раз в 90-е, стала видеть все это тоже в полной мере, особенно в Америке это было вот как-то ярко видно, что там действительно такая вот культура общения очень такая, сразу улыбка чуть тебя видит. И это после, значит, наших реалий очень било по глазам, смущало даже в некотором смысле и так далее. Ну и как-то я тоже размышляла на эту тему, что лучше. И знаете, постепенно все-таки пришла к выводу, что лучше вот так, лучше улыбаться. И быть, ну, как-то доброжелательными друг другу, пусть даже формально, но так лучше, чем то, как у нас. Потому что именно вот возвращаясь из-за границы, я стала видеть, насколько мы угрюмые, недоверчивые, подозрительные друг к другу. Насколько вот мы такие суровые, знаете, какие-то хмурые люди. Особенно это было заметно и сейчас, к сожалению, именно вот этот фактор меня всегда так поражает, что вот если я иду куда-то в гости, в незнакомый какой-нибудь большой панельный дом, например, вот я захожу в подъезд и вызываю лифт. Подходят еще люди, которые тоже становятся ждать лифт. Никто не здоровается. Все в каком-то жутком оцепенении, значит, заходим мы в этот лифт, все, значит, стоят с мукой, преодолевая вот эти, значит, длинные этажи, которые надо проехать. И потом также молча выходит. Я, значит, время от времени все-таки пытаюсь взломать эту ситуацию, как-то поздороваться сразу с человеком, сказать «добрый вечер» там, или «хорошего вечера», выходя из лифта. Знаю, что это иногда пугает людей. Вот прямо именно это слово пугает. Они совершенно не ожидают контакта. Как-то у нас вот сложно так с незнакомцами происходит какое-то общение. И вообще, надо сказать, что в моем тоже подростковом возрасте я часто замечала, надеюсь, что сейчас эту фразу реже говорят, но тогда, когда я росла, это было так часто, произносилось, когда вот, например, смеешься, то обязательно кто-нибудь говорил, не смейся так сильно, завтра будешь плакать. У нас какой-то вот запрет на радость, я бы сказала. У нас это лучше на всякий случай, так сказать, прибрать эмоции. И главное, чтобы положительные эмоции прибрать. Вот как-то с отрицательными мы себя не сдерживаем. А вот с положительными сдерживаем. И хотя, конечно, за прошедшие с 90-х, то уж, конечно, лет прошло, будь здоров, и нынешнее поколение гораздо более открытое, улыбчивое. Но все равно вот этот такой вот момент, какой-то именно взаимодействие с людьми не сильно знакомыми, у нас очень какой-то сложный. И я вот хотела с вами поделиться результатами одного такого социального эксперимента, который провели в Американском университете, который мне очень понравился и заставил задуматься, и даже в некотором смысле объяснил мне, почему улыбаться и быть доброжелательными друг к другу так важно и так нужно. И что это можно делать просто даже из эгоистических побуждений, я бы сказала. Значит, один профессор, значит, собрал группу студентов, которым сказал, что они должны будут поработать с другой группой студентов над проектом совместным. Вот эту группу, которую он собрал, он разделил на две части. И одну из них, вот эту часть людей, предупредила о том, что вот разговаривая с каждым из них наедине, он сказал, что вот так получилось, что он узнал, что вот тот человек, который с ним должен поработать, будет над проектом, уж он не знает почему, но вот он знает, что он относится к нему не очень хорошо.
что-то он какие-то слухи он о нем слышал, не очень доброжелательный. Ну, в общем, короче, настрой какой-то несимпатичный. Поэтому, ну, вот нужно это учесть. Ты уж меня не выдавай, что я тебе это сказал, нужно будет это учесть. Ну, как-то преодолеть, наверное, это препятствие во время вашей работы. А другую часть студентов из этой группы, он, наоборот, также вызывая по одному, он сказал, что, ты знаешь, я, вот ты меня тоже не выдавай, но я слышал, что вот как раз твой партнер потенциальный по работе над этим проектом, он к тебе замечательно относится, уж не знаю, там соцсети он твои читает, или где-то слышал о тебе, или еще что-то, но я так рад, что у вас наверняка работа будет складываться хорошо, потому что он к тебе замечательно относится. А вот, значит, группа студентов, с которыми должны были вот эти ребята встретиться, она вообще ни сном, ни духом не знала ни о каких предупреждениях, просто вот чистый лист, они пришли на встречу. В день X эта встреча состоялась, каждый, значит, из ребят в кафе, в каком-то они встречались, там, обсуждали дальнейшую работу и так далее. И когда их первая встреча подошла к концу, профессор опрашивал вот ту группу студентов, которую он специально готовил. И выяснилось, что те, которые были предупреждены о том, что к ним недоброжелательно относятся, они сказали, что им их партнер тоже очень не понравился. И что это очень тяжелый человек. И что с ним очень трудно наладить язык. А почему не имело значения, еще вот забыла сказать, гендерный признак не имел никакого значения. Это были мальчик-мальчик, девочка-девочка, мальчик-девочка. То есть это вот вообще не имело никакого значения. Но все сказали, что партнер очень тяжелый человек, очень. И что трудно будет, конечно, продвигаться работа, и что очень много спорили, и совершенно не находили общего языка сразу же. И абсолютно разный подход. Ничего не получалось. Профессор опросил тех людей, которые с ними встречались, и выяснилось, что у них ровно такое же впечатление. Им действительно очень не понравился их партнер, и действительно они совершенно не могли найти общего языка, и они были расстроены, что просто, ёлки-палки, им предстоит так долго работать над проектом, и этот человек сразу... Ну вот все как-то не заладилось. Они не могли даже сказать, что этот человек плох, но вот как-то все не заладилось... Ну и вообще даже некоторые позволяли себе сказать, что и человек какой-то неприятный. Та группа, которая была предупреждена о доброжелательном отношении к себе, значит, их визави, отзывалась роскошно и говорила, какой мне чудесный попался партнер. Так с ним чудесно мы сразу договорились. Нашли общий язык мгновенно просто. Столько волшебных, значит, придумали творческих идей для того, чтобы разрабатывать проект. И их визави ответили то же самое, что ему ужасно понравился... Значит, тот мальчик, девочка, с которыми они встретились, и что они очень рады, что у них именно этот человек, и что действительно очень было выработано, очень эффективно была встреча, короче говоря. В общем, на основании этого эксперимента профессор, социолог, он пришел к выводу, что мы сонастраиваемся друг на друга и в некотором смысле зеркалим отношение к себе. И вот этот аспект изначальной доброжелательности, он вообще очень много решает в нашем общении. И вот, собственно говоря, много решает. Я же сказала вам, что улыбаться, может быть, имеет смысл даже из эгоистических соображений. Вот когда мы к людям напротив нас изначально настроены радостно, доброжелательно, с приязнью, априори, то очень высок шанс того, что мы получим точно такую же обратную связь. И, соответственно, и весь мир вокруг нас станет к нам гораздо более доброжелательным, чем если мы смотрим сурово, настороженно. Мы ждем, что с нами что-то плохое произойдет. Вот еще есть одна русская поговорка, которую я вообще вот не понимаю, потому что со мной она не сбылась никогда. И я не понимаю, откуда растут ноги. Звучит она как «не делай добра, не получишь зла». Но мне кажется, она очень увязана, и как раз вот меньше смеси, потому что завтра плакать будешь. Вот эта осторожность в радости, осторожность в доброжелательности, мне кажется, часто не служит нам добрую службу. Поэтому сейчас наступили холодные времена. Погода способствует тому, чтобы мы были насупленные и хмурые. А я вам в противовес этому хочу пожелать чаще улыбаться и хорошего вам вечера.